На этой неделе в Томилинском парке сказок провели специальную обработку против клещей. Жителей просят воздержаться от посещения этой территории до 14 июля. Об этом сообщается на официальном сайте администрации городского поселения Томилина. Сезон активности клещей обычно начинается в апреле и длится до октября. Однако в этом году первые случаи укусов были зафиксированы Московской области уже в марте. Традиционно весной и летом на территориях массового отдыха людей проводятся различные мероприятия по борьбе с клещами, так как они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Напомним, в случае укуса паразита следует сразу же обратиться за помощью к медицинским специалистам. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.